Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин Велавива, который предлагает вам на обозрение сегодня горнолыжные маски от французской торговой марки Бале. Это горнолыжная маска не простая, а для тех, у кого плохое зрение, и они любят кататься в очках, в оптических очках, для того, чтобы корректировать свое зрение. Эти очки, это горнолыжная маска, всегда классифицируется тремя дополнительными буквами OTG. Это модель торговой марки Bale, модель называется Z5. Ну а когда пишут OTG, это значит, что есть возможность одевать оптические очки на голову под маску. Это выглядит следующим образом. Вы можете спокойно носить свои оптические очки на горнолыжном курорте, используя эту маску, потому что в этой маске внутренняя часть имеет специальные разрезы, вот, для которых, через которые можно легко, через которые легко проходит дужка оптических очков для вашего комфорта. Маска данная имеет степень прозрачности линзы первую. То есть это достаточно прозрачная масочка, у которой комфортно будет кататься и в вечернее время, и в снежную погоду. Всегда будет защищать ваши глаза от холодного ветра и снега. Маска имеет, как вы видите, гибкую форму, что позволяет при соприкосновении с палкой или с какими-то препятствиями, оно не будет ломаться, хрупким не будет, оно прогнется, выгнется и отбросит в сторону какое-то препятствие, на которое вы, может быть, наткнетесь. Также маска тут комплектуется, пишется о том, что это Bale, это фирменный значок французской торговой марки. Маска имеет внутреннюю часть на резинке, липкую ленту, для того, чтобы маска не сползала с горнолыжного шлема, регулируется удобно. Внутренняя часть маски имеет поролон разной плотности, чтобы было комфортно чувствовать себя в этой маске. Также вот здесь идут отверстия, при помощи которых происходит циркуляция воздуха, тем самым маска не запотевает. Маска от торговой марки Bale продается в киевском спортивном магазине Велавива. Если вас заинтересовала эта горнолыжная маска Z5 для лыжников, у которых плохое зрение, которое любит кататься в простых оптических очках, то вы всегда можете к нам прийти, посмотреть, потрогать, померить. Данная маска у нас в продаже. Мы готовы всегда вам предоставить, посмотреть, потрогать. Если вас заинтересовала данная маска, обращайтесь, пишите. Всегда будем рады вашим письмам. Если захотите какие-то вопросы задать, задавайте, мы с радостью будем вам отвечать. До скорых встреч!